Доброго времени суток! Сегодня пришла мне вот такая вот смс с очень позитивным содержанием. Мобильный оператор МТС объявил о том, что с 12 февраля 2019 года на тарифном плане «Тарифище» и опции «Много интернета» можно будет раздавать безлимитный интернет. Раздача будет доступна по Wi-Fi, USB и Bluetooth. Ограничение 3 гигабайта мобильного интернета в месяц. Если израсходовать этот лимит раздачи, то она станет платной – 75 рублей до конца суток. Данное нововведение – это однозначно плюс. Напомню, что на текущий момент, а сегодня 1 февраля 2019 года, раздавать мобильный интернет на тарифном плане «Тарифище» или ином тарифе с подключенной опцией «Много интернета» официально нельзя. Многие пользователи тарифа и опции останутся довольны, так как смогут бесплатно раздавать 3 гигабайта интернета в месяц. МТС пишет о том, что этого достаточно для большинства бытовых жизненных ситуаций, и здесь я с ними, пожалуй, соглашусь. Некоторые же абоненты останутся недовольны, так как им хотелось бы раздавать безлимитный интернет бесплатно и вообще без ограничений. В таком случае они могут перейти к Мегафону на тариф с безлимитным интернетом и возможностью его раздачи, или воспользоваться обходом ограничений по раздаче при помощи смены ТТЛ, что мобильный оператор вряд ли оценит по достоинству. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.